Как зашибись сидеть на толчке с телефоном? Можно больше не читать эту хрень на казахском, а заняться более интеллектуальными вещами. Сережа, сколько можно там сидеть? Ты что, опять дрочишь? Мам, здесь вообще-то я. Да? Тогда где твой отец? Вообще-то я дрочу на кухне. А, ну тогда ладно. Прости, Арсений, если мама узнает, что я просрал телефон, в буквальном смысле, тебя все равно у меня отнимут. Так что ради нашей дружбы ты должен его вернуть. Нет, мам, я не знаю, где опять шляется мой отец. У меня все хорошо, жив, здоров. Ай, блядь! Все, мам, мне неудобно разговаривать, давай, пока. Кто ты такой? И что тебе нужно в наших владениях? Но канализацию же контролирует ЖКХ, а вы вонючие крысы, все правильно. Заткнись, мы отведем тебя к императору на ковер. Охренеть, то есть какие-то дебилы додумались смыть в унитаз ковер. Сказал человек, который додумался смыть в унитаз черепаху. Ебать, Арсений! Вообще-то император, ебать, Арсений. Я ждал этой встречи 15 лет. 15 лет слез и страданий. Серьезно? А я уже через неделю себе новую черепаху завел. Я даже пытался утопиться в Москве-реке. Но, как видишь, все это сделало меня только сильнее. И уродливее. А то, зачем ты меня сюда послал, сделало меня императором. iPhone Apple! И теперь настал час расплаты. Всю оставшуюся жизнь ты проведешь в коробке рядом с моим унитазом. Ну, это уже как решит новый император. Какой еще новый император? Пидорас, хоть бы коробку побольше нашел. Она сказала, что купила это кружевное белье для меня. Я думаю, она будет рада. Улыбнись, любимая! Но обиделась. Не фоткай, блядь! Я не награждена! Ты ушла, когда я его одел. Покупай шкуру, принеси домой дуру!